محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь — это сохбет, и в собрании заключено благо. Бисмиллахи рахмани рахим. А те, которые уверовали. Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. Сура 49, аят 6. Аллах Аззаваджалла говорит в священном Коране, что когда вы слышите какие-то новости от фасика, то есть от ненадежного человека, не верьте сразу ему. Проведите свое расследование, чтобы не ошибиться и потом не сожалеть. Мы живем в такое время, когда люди не боятся Аллаха, люди потеряли стыд. Они говорят все, что им вздумается. Поэтому неразумно верить всему, что вы слышите. Это приказ Аллаха Аззаваджалла. А потом, если вы будете действовать, опираясь только на слухи, вы можете совершить грех. Поэтому, чтобы вы не увидели и не слышали, сначала обдумайте, что в этом очевидно, а что скрыто, и никогда не притесняйте других. Аллах не любит притеснителей. Он говорит: «Тхулум тхулумат» — притеснение, это тьма. Точно так же, как это случается с другими, это может произойти и с вами, и тогда вам трудно будет объяснить свою проблему, потому что люди начнут притеснять вас. Поэтому не верьте всему, что вы слышите. Посмотрите на это внимательно, а если это вас не касается, то вообще не вникайте в это дело. Не слушайте и не обращайте на это внимания. Это приказ Аллаха Аззаваджалла нам. Кто будет выполнять его, будет жить спокойно и комфортно, а кто не последует этому, однажды окажется в таком же положении, когда на него начнут нападать, и ему трудно будет опровергнуть эти слухи. Да защитит нас Аллах. Пусть Аллах убережет каждого от того, чтобы он оказался в таком положении. Такое может случиться с человеком не раз, но Аллах Аззаваджалла, в конце концов, покажет истину. Аллах — тот, кто видит и знает. Пусть мы будем под защитой Аллаха, иншаллах. Пусть Аллах защитит нас от плохих людей и от этого плохого времени, иншаллах. Вамин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.